сейчас проекта звучало. На таком уровне, который мы сейчас имеем, я думаю, на хорошем уровне, в принципе. И Руслан Аламзу, великий рахмет, будьте... Слушай, ничего меня не надо несут. Это была шутка. Димаш, Шенкель, нахуй. Там вас не видно будет. Потому что там будет большой хор, уже там 40 человек условно, и потом бар уже академическое собрание какие-то, слово языка. Мощно. Если можно. Конечно. Если можно, скажите, Димаш, ты что? Да нет, без проблем. Без проблем, Димаш. Спасибо. Сам концерт. В общем, надо. Если этот момент обсуждали, кто будет дирижировать, и Руслан Ағам зиын кезде, он такой, блин, это все, это вышаг. Это моя школа. Всем. Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much, I love you.